Baby and Trucks Group принадлежит китайской северной промышленной корпорации China North Industries Group Corporation Limited. Это единственное предприятие в Китае, специализирующееся на производстве грузового автотранспорта, где с 1980-х годов применяются оборудование и технологии немецкой компании Daimler. Baby and Trucks Group стремится производить самые качественные грузовые автомобили в Китае. Именно для этого уже 30 лет ведутся собственные разработки. За это время созданы 4 платформы – NG80, NG09, NG10 и NG08. На производственных линиях предприятия выпускаются самосвалы, сидельные тягачи, вездеходные автомобили, коммерческий транспорт на альтернативных источниках энергии, а также беспилотные версии грузовиков, которые способны работать в любых условиях. Baby and Trucks Group разрабатывает комплексные решения как для местных, так и для зарубежных заказчиков. Наша марка коммерческого транспорта адаптирована к условиям сложного ландшафта в Китае. Особой популярностью у заказчиков внутри страны пользуются тяжелые грузовики на альтернативных источниках энергии. Производственные мощности предприятия расположены в самой северной части Китая, что позволяет выстраивать эффективную логистику с Российской Федерацией. Все виды выпускаемой продукции отлично подходят к российским условиям, имеют преимущества по техническим характеристикам и обслуживанию. В настоящее время в условиях дружеских отношений между Китаем и Россией Baby and Trucks Group будет осуществлять комплексную стратегическую задачу – координацию сотрудничества между китайскими и российскими компаниями, формирование партнерских доверительных отношений с российскими потребителями. Такое тесное взаимодействие, несомненно, позволит внести свой вклад в развитие автомобильной отрасли в Российской Федерации.